Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы с вами сделаем наращивание, как я и обещала. Так, давайте приступим. Берем пилочку, убираем блеск, глянец. Мы с вами сделаем вот эти два ногтя. Остальные не буду с вами делать, чтобы видео было не таким длинным. Хочу рассказать все подробно. Так, убираем, зачищаем, убираем глянец. Так, берем аппарат и убираем тереги. В одну сторону, переключаем наш реверс и в другую сторону. Так, все почистили, убираем пыль нашу. Так, убираем лишнее. Так, вот они наши матовые. Подпиливаем, придаем форму свободного края. Подпиливаем. Так, вот они наши ноготочки. Так, ну и что, поехали. Так, это у меня профи бонд, профи преп. Наносим. Так, дальше. Вот он, профи бонд, тот профи преп, обезжириватель. Этот профи бонд. Уже с этими бутылочками позапуталась. Так. Это праймер. Кому? Кто не знает, что такое профи бонд? Это праймер, сцепка натурального ногтя с искусственным. Дальше. Это база. У меня вот такая. Классной фирмы. Густая. Каучуковая. Как скотч. Вообще отличная база. Так. Тонким-тонким слоем. Втирающими движениями. Втираем наши ноготки. Так, все, сушим. Так, просохла наша база. Дальше у меня вот такой вот гель. Стразики. Вот такой вот однофазный гель. Очень мне нравится, классный. Самовыравнивается. Прозрачный. И будем пользоваться еще вот таким. Это я просто перелила в эту баночку. Вот такой камуфляж от Виналиса. Очень красивый цвет. Смотрится на ноготках шикарно. Так, давайте возьмем форму. Форма у меня вот такие вот. Нормальные формы, мне нравятся. Так, подставляем нашу форму. Так.
На этом ноготке у нас будет арочка. Поэтому, чтобы сделать арочку, нам надо форму подрезать. Подрезаем. Так, и с этой стороны подрезали нашу форму. Подставляем. Так, форма стоит шикарно. Все, смотрите. И поехали. Наносим базовый слой, так скажем. Тонкий-тонкий. Сделаем нам троечку ноготки. Здесь у нас будет френчик. Не знаю, правда, еще какой. Так. Еще набираем немножко гелем. Так, все, сушим. Так, просох наш первый слой. Снимаем, аккуратненько снимаем нашу форму. И давайте сразу же попробуем подставить эту же форму на наш второй ноготок. Нет, эта формочка нам не подходит. Давайте возьмем новую. Берем новую форму. Также. Извиняюсь, девочки, под камеру очень неудобно. Так, подставляем нашу форму и также делаем надрезики. Опа. И здесь также. Так, вот она, наша формочка хорошо встала. Так, вот она, смотрите. Все, шикарно. И делаем то же самое здесь. Также базовый слой. Делаем также троечку. Самое главное, делаем аккуратненько, не спеша, и чтобы у нас не сломалась наша заготовка, так скажем, на этом ноготке. Так, все сделали и отправляем в лампу сушиться. Так, высушили. Снимаем также нашу форму аккуратно. Прям вот очень аккуратно, потому что здесь все тоненькое. Прям вот так очень аккуратно. Так, смотрим, вот что у нас получилось. И уже я подготовила наш камуфляжик. И давайте мы будем с вами, как бы мне это все сделать на камеру. Делаем язычок. Язычок.
Так, отправляем в лампу. Так, высох наш язычок. Теперь мы переходим к второму ноготку, потому что здесь у нас уже дальше идет опил. Здесь все так же делаем наш язычок. Только здесь у нас немного совсем по-другому будет идти. Наш ноготок. У нас он будет знаете какой? Не френч. Вот так вот. У нас будет тут не френч. Устраиваем вот такой вот язычочек. Здесь. Вот. Сушим. Так, гель просушили. Наносим еще. Наносим. Даже арочное моделирование делаем с вами вот такую вот архитектуру, выстраиваем все. Так, отправляем в лампу. Так, наносим наш последний слой. Почему мы делаем это не сразу? Просушиваем наши слои, чтобы они просохли. Обязательно за этим нужно следить. Давайте мы сейчас нанесем так слой. Отправляем сушиться в лампу. Так, расскажу пока за вот этот гель. Гель классный. Кому нужно, ссылочку оставлю под видео. Вообще классный. Конечно, он не выравнивается сам, но очень легко пилится, не пузырится. Ну, вот там один есть пузыречек. Ну, ничего. Вообще классный гель, цвет бомбезный. В общем, одно удовольствие работать с этим гелем. Вот, смотрите на моих ручках. Конечно, камера не передает, но так он цвет, знаете, вот прям под натуральный ноготь, классный. Вот, брала я в большом объеме. В общем, классный, советую тоже. Ссылочку оставлю. Так, просох. Теперь мы берем с вами вот такую вот зажимку и зажимаем наш гель. Прижимаем, прям хорошенечко прижимаем, чтобы у нас была арочка. Отлично, все, отправляем в лампу. Так, просох, снимаем нашу, смотрите, получается арочка. Добавляем, соответственно, еще нашего геля, выстраиваем. Всю нашу конструкцию. Все, отправляем в лампу. Такая лепеха у нас получилась. Так, девочки, теперь берем опять наш зажимчик, зажимаем прям хорошенечко и отправляем в лампу. Сушим, и потом я перейду к опилу. Опил я не буду снимать на камеру, потому что это жуть никак неудобно. Все это подпилю и к вам вернусь. Так, вот что у меня получилось. Вот такой вот ноготочек. Такая вот арочка небольшая.
Площадочка, все. Такой вот ноготок, конечно, по сравнению с этими, этот смотрится прям громоздкий такой, но когда я сделаю все остальные, будет вообще шикарно. Вот этот у нас и вот этот будут одинаковые, а здесь будет френчик. Давайте сделаем с вами френчик. Так, значит, давайте сделаем. Белое у нас будет. Здесь сделаем беленьким. Если, допустим, хотите вы, чтобы арочка ваша была, к примеру, еще, блин, еще больше, то зажимайте еще. Так, беленьким. Давайте добавим сюда мы беленькому красненький. Дизайн у нас будут разные. На этой ручке, видите, вот такой вот. Но эту ручку не стал снимать, потому что оно очень долго времени заняло. Вот. Тяжело очень делать самой себе левой рукой. Так, давайте добавим какие-то просто разводы. Ну, чтобы, знаете, было красненькое. Чтобы хоть как-то у нас это сочеталось. Здесь доведем. Здесь доведем. Какие-то такие разводы. Сейчас мы их... Так. Сушим. Так, девочки. Нашла вот такие вот камефубики у себя. Давайте их тоже применим. Вот все, что у вас есть, прям впихиваете в этот аквариум. Будет красиво по-любому. Давайте пораставляю я сейчас. Ну, вот так вот. Маленьких. Так, знаете что? Давайте-ка я сейчас добавлю сюда базы. А, давайте базовый слой, да, сделаем с вами нашего геля, чтобы у нас все это дело соответственно прилипло. Вот. И теперь нанесем с вами вот такие вот камефубики. Без разницы, так просто накидайте, чтобы было красиво. Так, ну давайте еще вот сюда маленькую впихну. Вот, смотрите. Вот, все, понапихала. Отправляем, подсушим. Так, и пока у нас сохнет, мы, знаете, что еще добавим? Добавим с вами сейчас вот вот это слюду. И как она называется? Да, слюда. Слюду. Так, я думаю, у нас все подсохло. Добавим слюду. Немножко высыплю. Слюда — это вообще такая вещь просто. Если у вас ее нет. Так, также добавляем базовый слой. Добавляем базовый слой. Так. Все у нас на ноготочек. Так-то на место. Так. Немного слюды. Чтоб блестело, кто любит блестеть. Я обожаю блестеть, поэтому у меня все блестит. Добавляем все прям вообще красиво нашу слюду. У меня все блестит. Ну, конечно, переборщить тоже не нужно, чтобы у нас все это было видно. Так, сейчас вот сюда вот маленькую. И сюда. Так, все добавили. Ставим сушиться. Так, подсушили. Теперь наносим наш гель, нашу прозрачку. Закрываем весь наш
дизайник. Есть наш аквариум. Так. Закрываем. Я делаю это в два раза, чтобы все просохло. Хотя лампа у меня хорошая. Так, сушим. Так, просушили. Берем наш зажим. Зажимаем нашу арочку. Зажимаем, прям зажимаем. Смотрим. Отличная арочка. Все. И отправляем в лампу. Так, вот она просохла. Наша арочка. Добавляем еще. Достраиваем наш ноготок. Достраиваем наш ноготочек. Закрываем весь наш дизайник. Так, смотрим. Все закрываем. Так, все, сушим. Так, просохло, ставим наш зажим. Так, поставили, прижали и сушим. После того, как высохнет, я приступлю к опилу. После опила к вам вернусь. Так, в общем, вот напилила я, что у меня получилось. Вот такие вот ноготочки. Какая красота. И давайте мы с вами начнем рисовать. И нарисуем мы с вами цветочки, конечно же. Нарисуем цветочки. Кисточка у меня вот такая, рублевка, ланок, двоечка. И давайте мы с вами красочки вот такие у меня. Хорошие краски. Красная, белая понадобится нам и зелененькая. Все, поехали. Значит так, рисуем на этом ноготке. Рисуем с этой стороны, потому что задумка у меня с этой стороны тоже будут цветочки. Итак, поехали. Так, 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 так. Мои любимые пятилистники. Так, 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 так. Рисуем мазочки. Такие. Вот наши мазочки готовы. Вот такие вот наши цветочки. Дальше мы с вами, значит, берем немного беленькой красочки. Добавляем в некоторых местах. Так, сушим. Так, дальше мы с вами делаем мы с вами тень. Мешаем красный с черным. И расставляем наши тени. Так, надеюсь, вам видно. Я уже тут выгнулась. Вся. Ставим наши серединочки. Все, сушим. Так, подсохло. Теперь разбавляем красный с белым. И расставляем наши далее мазочечки. У
где у нас падает свет. Вот так вот. Девчоночки, извиняюсь, если вот не особо вам видно, вот, но не очень удобно мне. Так, поставили, значит, мы с вами свет. Давайте теперь оставим листики. Как же без листиков-то? Вот здесь у нас будет листочек. Зелень. Давайте вот здесь. Ой, господи. Тут листики у нас будут. Тут. Так, где нам еще поставить? Давайте вот здесь вот поставим. Ну и надо еще где-нибудь. Это вот давайте вот тут вот сверху. Так. И вот так. Смотрите, классно. Классно. Здесь еще хочу. Все. Красота для пута. Так, теперь на зелененький добавляем миленьких наших немножко. Вот так. Все, отправляем в лампу. Так, просушила. Давайте теперь поставим на наши цветы более яркую. Точнее, свет более ярче. Так, все. Вот такие вот у нас цветочки получаются. Тоже подсушиваем. Ах, как бы вам показать. Так, девочки, дальше мы делаем серединочку. Серединку я буду делать вот таким гель-лаком. Номерочек у него вот такой. 58010. Так, блин. Опа. Так, он вот такой вот розовый, красивый. Сейчас мы с вами сделаем красивенные цветы. Ставим нашим цветочкам серединочки. Так, мне неудобно вообще, но хочется, чтобы вы все видели. Так. Все. Лампу. Так, теперь мы с вами что делаем? Вот такие вот цветы у нас получились. Теперь мы берем красочку нашу. У меня вот такая, белая. И ставим серединочки нашим цветочком. Так, где мой дуц? Дуц. Ставим такие вот серединочки. Так, все, подсушиваем. Так, девочки, вот просохла наша. Ай, краска влезла. Просохла наша ручка. Теперь мы перекрываем топом. Топ у меня вот такой. Перекрываем нашу ручку топом. Заиграли наши цветочки.
Смотрите. Ой, какая красота. Представляете, здесь будет шикардосно. Сушим. Так, высох наш топ. Давайте добавлять прорисовки нашим цветочкам. Нашим цветочкам. Нашим листикам. Так. Рисуем. Девочки, простите, пожалуйста. Я ничего не вижу. Мне неудобно, ужасно. Так, добавляем прорисовки. И знаете, вот мне кажется, мне чего-то не хватает прям. Хочу, мне кажется, я еще что-нибудь сюда добавить. Давайте попробуем. Не знаю, какой-нибудь. Вот такие вот красивые цветы у нас получились. Тут еще у нас тоненько. Так, и вот тут еще. Так. Вот такие вот цветы. Ай, руку вывернула. Вот так вот получилось. Красиво. Давайте подсушим и попробуем. Я не знаю, стоит ли вообще такую красоту. Блин, вообще обалденно. Не знаю, кружева добавлять, нет. Блин, вообще растерялась. В общем, давайте подсушим. Так, девочки, высохла моя ручка, мои цветочки. Блин, какие они классные. Просто вживую они шикарные. В общем, брать этот. Давайте вот этот покроем. Я думаю, блин, может так оставить. Или кружавчиков не хватает. Давайте добавим, посмотрим. Понравится, оставим. Так, как бы мне нарисовать сейчас каких-нибудь таких вот обычных. Чтобы уж добить наш дизайн.